Лактіалів – подорож бери з собою, щоб розлади травлення минули стороною. Духова шафа Siemens із термощупом Roasting Sensor Plus. Siemens – майбутнє поруч. Ковбой. В переводе «кау» — это корова, а «бой» — парень. То есть буквально это коровщик или пастух. Но славятся эти парни совсем другим. Мы привыкли представлять ковбоев крутыми парнями с Дикого Запада, которые метко стреляют, не расстаются со своими шляпами, много пьют, дерутся со всеми подряд и в конце концов красиво скачут в закат. Но чтобы узнать, кто такие ковбои в реальной жизни и чем знамениты именно эквадорские, мы покидаем джунгли и отправляемся в горы. Легендарные Анды входят в самую протяженную горную систему мира, которая пролегает сразу по двум континентам – Северной и Южной Америкам. Здесь, высоко в горах, нас уже ждут лучшие наездники Эквадора – укротители быков, ковбои Чагрос. Буэнос диэс! Меня зовут Дима, вас как? Меня зовут Рокки Хавьер Бустаманте. Рокки Хавьер Бустаманте, очень приятно. Добро пожаловать, заходите. Боже, как у вас красиво, как колоритно, супер. Вы хозяин фермы? Да, я хозяин этой асьенды. Асьенда – это большое имение или попросту ферма, где разводят крупный рогатый скот. А выпасают его эквадорские ковбои Чагрос. Их можно сразу узнать. Сомбреро, лассо и, конечно же, верный спутник каждого ковбоя – конь. Добрый день. Как зовут вас? Херардо. Мануэль Кучан. Нейси Катака. Я Луис Катанья. Эдгар Чупантиса. Джонатан Пиральбо. Как все колоритно одеты. Прикольно. Одежда Чагра – это шляпа сомбреро, шарф и пончо. И обязательно чапсы. Чапсы – это такие чехлы на брюки. Их надевают сверху джинсов для утепления и защиты ног, чтобы безопасно проезжать через колючие заросли или уберечься от травм при падении. Ну и, конечно же, это основа стиля. Давай тебя переоденем. Я превращаюсь в Чагра, настоящего эквадорского ковбоя. А что это за мех? Это белый козел. Козлиный мех. Застегните, пожалуйста, помогите. А это кармашек для чего-нибудь крепенького. А, то есть Чагра выпивают, да? Да, Чагра много пьют. Это образ жизни и часть любого праздника. Здесь места холодные, поэтому используется пончо, такая накидка. Пончо из овечьей шерсти. Класс. Тепло сразу становится. И обязательно шарф. Так, чего мне не хватает? А, сомбреро, конечно же. Святое дело сомбреро. Без сомбреро вообще никак. Ну и, наконец, шпоры. Шпоры? Вам не кажется, что немножечко это будет выбиваться из стиля современных кроссовок? Ну а как ты собираешься управлять лошадью? Друзья, это даже оригинально. Я буду первым Чагра, который на кроссовке напялил шпоры. К сожалению, не налезает. А есть побольше размер? Мы тебе и так самые большие дали. Давайте еще раз попробуем. Обувь слишком широкая, не застегнется. Почти, смотри. Отвертка есть? Я ее надену. Там, чтобы налезла, только ногу нужно обрезать. Спорю на бутылку водки, что если дашь отвертку, я сделаю. Если есть водка, мы и без отвертки справимся. Видите, как я сказал, что если наденете бутылку водки, все, сразу размер стал подходящий. Мужики, старайтесь. На кону пол-литра. Получилось. А, видите? Все, выиграли водку, но при одном условии. Если второй наденете. Тогда две бутылки. Хорошо, две бутылки, договорились. Я смотрю, вы любите по 50, да? Холодно, приходится. С водкой дела пошли гораздо быстрее. Сейчас ногу поломаете. Так стараются. Готово. Сделали. Такое тут впервые. Мы обычно надеваем на вот такие небольшие ботинки. Ну что, друзья, производителям кроссовок предлагаем новую креативную идею.
Кроссовки в стиле Чагра. Мужики, пацан сказал, пацан сделал. Выполняю обещание. Бог тебя платит. 40 градусов. Я выпью за твое здоровье. Смотрите, он сразу открывает на месте. Вот эти Чаграс. Предлагаю тост. Я наездник, гроза всех быков. Поэтому меня называют Чагра, и Чаграс всегда первые. Вива Чаграс! Салют! Вива Чагра! Вива Чагра! Сегодня мы поедем на Родео. Будем сгонять скот с пастбищ. Поедешь с нами? С удовольствием. Но прежде чем отправиться работать, у Чагра сначала принято хорошенько подкрепиться. Это наш традиционный суп локро. Мы всегда его едим перед работой. Я еще вижу на столе авокадо, сыр и какой-то соус. Это все мы добавляем в суп. А что за сыр? Это сыр фреско из коровьего молока. Потом добавляем острый соус ахи из перца, чили, чеснока и лука. И в конце авокадо. Пробую традиционное блюдо, источник силы Чагра. Приятного аппетита. Спасибо. О, соус остренький? Да, острый. Пиканте. Пиканте, пиканте, припиканте. Друзья, это картофельный суп, очень густой, наваристый, очень острый за счет приправ. Попробую сыр. Супер. Брында. Наша родная брында. Сочетание просто идеальное. Нужно набраться сил перед Родео. Сегодня много работы. Для нас слово «Родео» просто звучит как развлечение. Да, все знают Родео в Штатах. Там это спорт. А у нас это повседневная работа и жизнь. Слово «Родео» означает «окружать». Мы должны окружить и согнать скот в загон. Вы выпускаете скот, чтобы на этих гигантских просторах просто пасся, а потом его нужно собрать. Я правильно понимаю? Наш скот не живет в стойлах, все время пасется в горах. И только при необходимости мы сгоняем его в загон. Например, если животное заболело или нужно привить его. Сложность в том, что мы разводим не простых быков, а породу браво, которых используют в корриде и боях быков. Доро браво или боевые быки отличаются особенной агрессивностью. И даже у коров этой породы прирожденный инстинкт нападать. Это очень своенравный, сильный и смелый скот. Поэтому с ним нужно быть осторожным. На месте увидишь. Поехали на Родео. Но тут же Чагра снова удивляют. Вот что нужно брать с собой на встречу с разъяренными быками? Конечно же, гитару. Для вас это праздник, да? Родео для нас не только работа, но и праздник. А какой же праздник без музыки? Ну что ж, по коням. С музыкой поднимаемся в горы к пастбищам. Друзья, это просто невероятное зрелище. Очень впечатляет, колоритно, аутентично. И это и есть настоящий Эквадор. Я вижу скот. Вот он. Перед началом Родео Чагра собираются в круг и молятся. Трудно представить, насколько опасны эти быки. Но лучше помолиться, прежде чем к ним приблизиться. Все молимся, чтобы не было несчастных случаев. А несчастные случаи здесь не редкость. Одичалый на свободном выпасе бык может снести человека вместе с конем. Поэтому чаграс должны работать очень слаженно. Им надо быть первоклассными наездниками и отлично понимать повадки животных. Буквально за несколько минут ковбои окружают стадо и начинают гнать его в нужном направлении. Главная сложность – собрать тех, кто отбился от стада. В таких случаях чаграс используют лассо. Впечатляет, как они делают это на скаку. Наконец, коровы и быки в загоне. Но впереди самая важная и опасная часть Родео, ради которой, собственно, его и затеяли. Коров еще нужно привить и клеймить. В принципе, можно сравнить профессию этих людей с гуцулами, пастухами, у которых мы делали сыр, бутс, вурду. И тоже
примерно таким же способом пасли коров. Коровы гуляют сами по себе, и потом пастухи их собирают. Только у нас коровы домашние и спокойные, а здесь, видите, агрессивные достаточно животные. По поведению животных видно, насколько они отличаются от наших. К нашим родным коровушкам можно спокойно подойти. Вытер руки об хвост. Арбатский рушничок. Надо, чтобы рушничок, когда вытираешь руки, нечаянно не выделил ничего. Не-не. А с этими свирепыми рогатыми еще попробуй справиться. Сейчас будем прививать скот и маркировать. А зачем вы маркируете? Здесь очень много разных хозяйств. И каждое животное нужно клеймить, чтобы знать, где чье. Это своего рода фамильная печать такая? Это печать нашего скотного двора. Покажите, пожалуйста. Вот печать скотного двора, друзья. Выглядит вот так. А остальное это просто номера. Вот единичка. Пока помощники делают одной части скота прививки, в загон по одному запускают остальных для клеймения. Опа! Вы у нас видели таких коровушек? Нет, у нас на Гуцульщине не поспокойнее. 5 человек пытаются усмирить молодую корову. Тем временем несут раскаленное железо. Ой, какой ужас, как страшно смотреть. Скажем прямо, это выглядит ужасно. К сожалению, такой метод до сих пор практикуют во многих странах мира. Чагрес пытаются облегчить боль животному. И сразу же будут баллончиком, видимо, обезболивающее. А что это? Чем вы брызгаете? Чтобы быстрее зажило. Это противовоспалительное и антибактериальное средство, которое помогает успокоить ожог и ускорить заживление. Больно смотреть? А для чагрес это привычное дело. Такую работу они называют праздником. К тому же, отмечают прямо во время процесса. Что это ты мне предлагаешь? Это трагитто. Наша традиционная самогонка. Ну так вот, видите, здесь принято пить в это время. Зайдите за забор. Говорят прятаться. Налили какую-то самогонку. Не хочу. Самый опасный момент, когда корову отпускают. Разъяренное животное носится по всему загону, по совершенно непредсказуемой траектории. В таком состоянии корова может запросто травмировать или даже убить. Лучше не оказываться у рогатых на пути. Поэтому на арене есть специальные защитные ограждения. Чагрес, отпустив животное, должны быстро убежать и спрятаться. А кто не успел добежать до щитка, прыгает на забор. И вот уже выводят следующего быка. Вот, смотрите, вот как это происходит. Веревку привязывают к рогам, проводят через это дерево, натягивают очень сильно и всем говорят прятаться. Ого! Я не успел уйти, друзья! Не успел уйти! Я не заметил, что я оказался на этом дереве! Не зря говорят, что в такие моменты можешь одолеть любую высоту! Бычка наконец фиксируют. Так, все, его привязали. Уже безопасно. Можно спрыгивать. Вот здоровый. Вот вам и эквадорское родео. Здесь нет трибун, тысяч зрителей и ставок. А вот разъяренные быки все те же. И это не шоу для публики, а часть повседневной жизни и реальная работа. В кареде быка злит красная тряпка, а здесь клеймо, причем гораздо сильнее. Остервеневшее от боли животное готово сносить все на своем пути и атаковать кого угодно. Самое неожиданное – это появление музыкантов, которые в этот момент начинают играть традиционные мелодии, ставят клеймо. Этот парень бегает, всем наливает. Что ты всех поишь? Это же традиция для работы. Если честно, есть ощущение абсурдности происходящего. Как будто мы попали на съемки очень странного вестерна. Такое возможно только здесь, только в Эквадоре. Ого! Бык прорвался! Огромный бык взломал калитку, забежал к нам в загон и помчался на оператора. К счастью, Саша успел забраться на забор, а бык побежал к остальному стаду. Такой бычок, ого-го, килограммов на 500. Это был потомок быков, которые участвовали в кориде в Испании. Сколько стоит один бык? В районе 800 долларов. А быки-осеменители могут стоить тысячи. Есть фермы, где племенных быков продают за 30-40 тысяч долларов. Вот, друзья, мировой рекорд 1,5 миллиона долларов за бычка на аукционе. Это был настолько хороший бык-осеменитель, что очень многие хозяйства хотели забрать его к себе и сделать так, чтобы потомство было тоже очень генетически сильное. Отходим! Вот так проходит настоящее эквадорское родео. С риском для жизни, выпивкой и музыкой.
Эти ковбои ничего не боятся. Они в буквальном смысле живут в седле и могут взять быка за рога. А вот как чагра становятся такими умелыми, мы сейчас узнаем. Красавчики, вот это понеслись! Казалось бы, кто может быть круче легендарных чаграс? Но есть здесь, в Эквадоре, высоко в горах, люди, которые могут дать им фору. И это, как ни странно, друзья, дети. И верхом они ездят совсем не на лошадях, а на ламах. Раз в году тысячи жителей местных коренных общин индейцев в Андах собираются на легендарные скачки Ламингатас. И хотя участникам всего от 4 до 12 лет, это далеко не безобидный детский утренник. Здесь все по-взрослому. Малыши в азартной борьбе соревнуются друг с другом за звание лучшего наездника, носясь на ламах со скоростью до 60 км в час. Они запросто могут обогнать автомобиль в городском потоке. При этом полное отсутствие защиты, шлемов, наколенников и любой страховки. Чтобы понять, как эти дети становятся настолько ловкими всадниками чуть ли не с пеленок, отправляемся к золотой медалистке гонок прошлого года. Вот мы уже возле ее дома. Узнаем, как тренируются настоящие чемпионы. Buenas tardes! Меня Дима зовут? Рауль Туапанто. Очень приятно. Чемпионка, это вы, так понимаю? Как зовут? Даяна Присила Туапанто Чача. Дима Ховаров. Я мама Присцилы, Марибель Чача. Переживаете перед гонками завтрашними? Нет. Нет? А с чего нам волноваться? В соревнованиях у Даяны Присцилы огромный опыт. Это дочка на лошадиных скачках. Здесь ей 8 лет. То есть и верхом и на лошади, и на ламе. Еще на осле могу. На чем угодно. Со скольки лет ты в седле? На лошади с 10 лет, на ламе с 5. Познакомь меня со своей ламой. Эту мы купили недавно, поэтому у нее еще нет имени. А ту, на которой я победила в прошлом году, зовут Хаймита. А когда купили? 3 дня назад. 3 дня назад? Совсем новичок. Папа, а сколько стоит лама? За 130 долларов купил. Ламы у Даяны необычные. Это особенная порода. Ламинго, то есть маленькая лама. Таких специально разводят в горах Эквадора. Они меньше едят и идеально подходят на роль помощника в домашнем хозяйстве. Без ламы никак. Можно перевозить молоко, картофель, дрова. Я думаю, Даяна, немножко другое мнение. Ты была чемпионкой. Для тебя лама – это что-то большее, чем просто домашнее животное. Это друг? Да. Даяна знакомит нас со своим прославленным напарником по скачкам – Хаймита. А, вот чемпион. Чемпион или чемпионка? Это мальчик или девочка? Мальчик. Это мальчик. Сколько Хаймита лет? 20 лет. А сколько лама живет в среднем? Обычно лет 25. То есть это уже, можно сказать, дедуля, пенсионер? Да. Он у нас старичок. Можно сказать, член семьи. Ну, дай бог, Хаймита. И завтра победить снова. И вообще жить долго. Молодец, Хаймита. Я чагра. Дочь все детство ездила со мной на родео, и ей очень нравилось. Она всегда хотела тоже ездить верхом на лошадях и ламах. Я помог и научил. И в первой же своей гонке дочка победила. Меня потом все поздравляли. Было очень классно. Семья очень гордится достижениями дочери. Нас ведут показать трофеи. Вот награда дочери. Вот, друзья, первое место в детских гонках на ламах 11-летняя Таяна завоевала в прошлом году. А вот это что за большой кубок? Это я выиграл на конкурсе по бросанию лассо. То есть это у тебя генетическое от папы? Любовь к спорту, любовь к гонкам? Да. Если ты родился в наших краях, то должен уметь ездить верхом на любом животном. Знать, как обращаться с быками. Быть и чагра, и тореадором. Даяна мечтает отстоять чемпионский титул и все свободное время тренируется, гоняя по окрестным склонам в родном высокогорном селе. Вот так вот дети здесь рождаются фактически в седле. И девчонки, и мальчишки гоняют на ламах. Просто завораживающее зрелище, очень красиво. Старичок молодец! Носится так лихо. Вообще очень милое животное, вы не представляете. Мимишность этих красавцев зашкаливает. Никогда не скажешь, что перед нами по меркам лам дедуля уже. Правда? На дедулю не похож. Я еще слышал, что это самые экологичные животные для планеты, потому что они не вытаптывают траву, у них мягкие ноги. Смотрите, это кожа. По ощущениям, как наша пятка, но, честно говоря, у некоторых людей пятки пожестче. Поэтому она
не портит траву. Какой вес максимальный может хомита перевозить? 80 литров молока. Если перевозит 80 литров молока, 85-килограммового пацана поднимет? Конечно. Твой вес для ламы не проблема. Залезай, попробуешь. Я ее не разовлю? Вот, смотри. Управление ламой нехитрое. Как и в случае с лошадью. С помощью поводьев. Кстати, обратите внимание, веревка протянута через дырки в ушах. Эти отверстия проделывают, когда они еще маленькие. Так. Господи, мне жалко ее. Пошли, 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 пошли. Хомита сбросил меня, и видно, что проголодался сразу. Потратил калории. Старичок, давай. Поехали! Хомита! Оп, 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 Хомита! Давай, 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 давай! Хомита! Ребята, дай его! Друзья, впервые в жизни еду на ламе верхом. Только вот лама мой восторг не разделяет. По-моему, ей тяжело. Но! На учебе без падений не обойтись. Тяжело в учении, легко в бою. Поехали! Не так грациозно, как наша героиня. Даже не думал, что такое маленькое животное по размеру может тянуть взрослого человека. Действительно, очень выносливые. Теперь я понимаю, что может и 80 килограммов молока тащить, и больше. Я вот сейчас, честно скажу, не 80, 85 где-то. С одеждой все 87. Животное просто потрясающее. Умное, милое, домашнее. И бегает быстро, и сильное. Вам и вас. Ого, она галопом практически. Так несется, класс. Класс, друзья, ничего себе. Поберегись. Это кайф. Я тоже хочу завтра поучаствовать в гонке. Как ты думаешь, мне разрешат? Даже не знаю. Будем спрашивать на соревнованиях. Хомита просто прелесть. Я в него влюбился. Желаю тебе и ему завтра победы. Спасибо. Чтобы напроситься на завтрашнюю гонку, отправляюсь к организатору скачек. Его внуку завтра предстоит выступить первый раз в жизни. Может, найдется место для еще одного дебютанта. Здравствуйте. Добрый день. Дима. Фабиан. Очень приятно. Иоанн. Тебя, малыш, как зовут? Иоанн. А красоту как зовут вот эту? Лама тоже Иоанн. То есть Иоанн, Иоанн. Ну, я знаю, что у вас особенное событие предстоит. Это первые гонки внука. Да, для нас это большое событие. Соберется вся община, наши родственники, друзья. И я очень надеюсь, что Иоанну понравится его первая гонка. Сколько тебе лет? 5 лет. 5 лет. Слушай, и так уже хорошо оседлал ламу. Вообще молодец. Как долго ты тренировался? 6 месяцев. Нам еще тренироваться и тренироваться. Эта лама очень активная и жесткая. С ней сложно. Мне кажется, что это вообще опасно для ребенка. Как с ранних лет воспитать наездника, чтобы избежать травм, избежать падений? Потому что я вижу, что лама достаточно такая буйная. Самое главное правило – это хорошо привязать ребенка. Надеть плотное пончо и шляпу. Это защита. То есть, а ребенка физически привязывают к животному? Нет, за пончо, чтобы крепко держалось седлом. Это не опаснее, чем велосипед. А, то есть это можно сравнить с велосипедом у наших детей, например. У вас тут ламы вместо велосипедов. Да, горные велосипеды. У моего друга, который живет там, наверху, тоже есть лама. Твои друзья катаются на ламах тоже? Да. А что тебе больше нравится, кататься на машине или кататься на ламе? На ламе. Лама круче любой машины для детей здесь. Я безумно горд своим внуком, рад его увлечению. Он всегда проводит время с ламой, кормит ее, седлает. Сейчас он только учится, а со временем станет отличным наездником. Пока я ему помогаю, но скоро он все будет делать сам. Откуда вообще эта традиция появилась дарить детям лам и с детства сажать детей в седло? У нас всегда были ламы для хозяйства, а дети всегда любили с ними возиться и играть. Вот мы и подумали, почему бы не устроить для детей соревнования. А еще интересно узнать, у кого лама круче. Это как играть в футбол. Вы президент общины местной? Да, я президент общины из сектора Сан-Хосе, в котором мы находимся. То есть вы организатор гонок?
Да, это одна из моих обязанностей как президента. И самое главное ответственность, чтобы никто не подумал, что завтра будет какая-то подтасовка, что ваш внук выиграет благодаря родственным связям. Нет, я как президент должен показывать пример. Только когда покину пост, мой внук сможет победить в скачках. А пока будем придерживать ламу, чтобы не бежала слишком быстро. И не пошел слух, что у нас коррупция. Дети и внуки президентов страдают во всех странах. Вот не может мальчик полноценно участвовать, потому что иначе могут заподозрить в коррупции, если он выиграет. Поэтому не будут давать выиграть. Так нечестно. Ты хочешь победить? Хочешь стать первым? Да, не переживайте. Я думаю, он еще обязательно победит в будущем. Ему же надо когда-то начинать. Это будет его первая гонка. Пусть пока тренируется. Господин президент, тогда у меня к вам еще одна просьба. Чтобы еще один участник тоже символически поучаствовал. Мальчик, который очень хочет покататься на ламе. Он, правда, взрослый, но он не претендует на призы и просится тоже стать участником фестиваля. Но только на торжественном открытии скачек, в качестве тренировки. В главном заезде ты, конечно, участвовать не будешь. Господин президент, благодарю вас. Большое спасибо. Ян, желаю удачи. Спасибо. И тебе желаю удачи. В день скачек в городе праздничная суета. Музыканты репетируют. Люди надевают свои лучшие пончо. Грузят лам в пикапы. Все уже готовятся отправиться к месту скачек. Сейчас быстро собираемся и выезжаем. Только еще 3 лам загрузим. А что в грузовике тут? Сахар, соль, масло, рис, что это? А это призы для всех участников. Представляете, каждый участник, вне зависимости от результата, получает вот такой пакет с продуктами. Хороший набор. Можно я с вами? Да. Я поеду вот так вот, в кузове с ламой. Buenos días. Да. Видно, что весь поселок готовится к празднику. И Чаграс тоже. Оказалось, лам для гонки нужно еще собрать по всей округе. Делаем первую остановку. Вот, и еще одну ламу тянут к нам в машину. Загоняем ее в кузов. Давай, дорогая. Давай. Вот видите, ставят ей лапки и помогают зайти. Опа! Умничка. Все, теперь у нас в кузове 2 ламы, едем за 3-й. В 3 кварталах подбираем еще одну ламу. О, наш друг, привет. Ну как, ты готов? Да. Хорошее настроение? Да. Покажи, что это у тебя такое. О! Это его папа победил на соревнованиях. То есть ты хочешь быть как твой батя, тоже стать чемпионом? Да, как папа. Ой, смотрите, какая красивая. Надувной шарик в виде звездочки золотой. Чья лама? Этого мальчика. Привет. Как тебя зовут? Элой Хая. Ух ты, что это у тебя такое? Бутылка моя. Бутылка, а что в бутылке? Самогонка. Самогонка? Подожди, я понюхаю. Томми. Самогонка, точно. Слушайте, сколько тебе лет? 8. 8 лет. Зачем тебе самогонка? Не могу не спросить. Буду друзей угощать. Друзьям, надеюсь, больше 18? Да. То есть это для взрослых. Малыш участвует сегодня, 8-летний, а взял для болельщиков и для взрослых гостей праздника вот такую самогоночку в традиционном таком сосуде. Ты который раз участвуешь в соревнованиях? Первый раз. Тоже первый раз? Я так понимаю, мамочка, да? Да. Переживаете сегодня за сына? Да, нервничаю. Сын много ездил на лошадях, а вот на ламе соревнуется впервые. С ламы падать больнее. Наш разговор прерывает звук из громкоговорителя. Приглашаем всех на соревнования. В программе «Гонки лам» выступление Чаграс. Событие будет освещать иностранная пресса. Гости из Украины. Поразительно, что в такой отдаленной сельской местности проводят мероприятия такого масштаба. Гости приглашают абсолютно всех. Приезжаем с основной дороги, асфальтированной уже на грунтовку. Видим, впереди легковушки едут, это все собираются гости праздника. Но такой крутой подъем осилит далеко не каждый автомобиль. Приходится уменьшать нагрузку. Вот попросили нас выйти из машины. Так, надо кому-то напроситься, потому что пешком мы будем долго идти. Подвезите. Не может остановиться. Крутой подъем. Подбросьте! Можно? Давай. Привет. Стартуем. Чем выше, тем сложнее. Периодически машины буксуют.
Вот, машина застряла, а наша пошла дальше. О! Крутой подъем. Вот впереди еще тоже машина застряла. Обходим ее. Вот мы, собственно, подъезжаем к стадиону, где будут проходить соревнования. На высоте больше 3000 метров в национальном парке Льянганатес выбрали ровную площадку, подходящую для скачек. И вот уже все готово к событию года. Праздник начинается. Добро пожаловать. Глава индийской общины сказал торжественную речь. Сейчас начнется церемония Пачамама. Это богиня земли, богиня плодородия. Как верят здесь, в Андах именно она оберегает природу, животных и обеспечивает хороший урожай. То есть от нее зависит успех всего этого региона. Поэтому каждый праздник начинается с поклонения Пачамаме. Все вот это подношение для богини, чтобы задобрить ее. И сейчас шаманы проводят официальный ритуал. Вот люди касаются земли, нас окропляют водой. Вот тебе традиционное пончо. Класс! Все, теперь я полноценный участник фестиваля. Тем временем в центре круга начинается какое-то новое, еще незнакомое мне действо. А что сейчас происходит? Что это за ритуал? Ритуал очищения. Лимпия. Древний обряд избавления от плохой энергетики. Чики-чики! Чики-чики! Звучит неоднозначно. Говорят, чики-чики – это избавиться от плохой энергии. У меня тоже чики-чики предстоит. Обязательно. Чтобы в твоей стране все было хорошо. И чтобы была любовь. Это самое главное. Без лимпии в горном Эквадоре не обходится ни одно официальное мероприятие. Более того, здесь верят, что этот обряд смывает грехи и даже перевоспитывает преступников. Об этом мы обязательно расскажем уже в следующей программе. А пока шаман бьет местного чиновника крапивой, да еще и плюет ему в лицо. На таком официальном открытии праздника мне бывать еще не приходилось. Шаман приглашает меня. На меня распыляют самогонку. Вот и прояснилось, чем плюют чиновникам в лицо. Так. А это что означает? Это шарф с флагом индейских племен. Спасибо. Шаман старательно обрабатывает меня жгучей крапивой. Радует только то, что по местным верованиям это принесет счастье и любовь для всей Украины. Чики-чики! Чики-чики! По крайней мере, так пообещали местные. Развернись. Все, ты чист. Все, теперь я чистый, могу участвовать в фестивале. Да, теперь можешь. Так что, может, попробуешь самогоночку? Немножечко. А надо? Не помешает. Грасиас. По шаману видно, что он уже выпил хорошо. Тем временем в самом разгаре регистрация участников скачек. Собираются уже участники. Я уже вижу нашу знакомую Даяну. Привет, Даяночка. Как дела? Немного волнуюсь. А вы, мама? Я очень хочу, чтобы дочь победила. Для меня это будет настоящий праздник. Желаю победы. А рядом ждет своего заезда маленький Иоанн. Привет! Ну как, ты готов? Да. Веришь в победу свою? Да. Вот так вот, молодец. Это несмотря на то, что дедушка сказал, что победить не даст, чтобы в коррупции не обвинили. Удачи тебе, друг. Не отвлекаю. Пошли познакомимся с другими детками, с родителями. Привет. Как тебя зовут? Грейс. Сколько тебе лет? 7. Сколько раз уже участвовала? 3 раза. Побеждала хоть раз? Нет. 2-е место. Молодец. То есть тебя один шаг отделяет, да? Да. А где твои родители? Вот папа. А, вы папа. Здравствуйте. Как зовут? Хорхе, Чанго, Луис. Вы Чагра. Ваша дочь наездница на ламе. Спортивная семейка. Я тоже когда-то начинал с ламы. Раньше только мужчины могли быть чагра, а теперь и девушки тоже. Я хочу научить дочь всему, что умею сам. И безумно горжусь ею. Она в седле с 4 лет. Как зовут твою ламу? Мария. Желаю тебе и Марии сегодня победы. Спасибо. У всех ребят такие щечки загоревшие, обгоревшие, я бы даже сказал. Это потому, что высота почти 4000 метров здесь. Ну а мне пора спешить на торжественный тренировочный заезд в честь открытия праздника. На правах гостя мне разрешили присоединиться к этому событию и почувствовать себя мальчишкой. Высота здесь почти 4000 метров, холодно, поэтому очень быстро садятся батарейки экшн-камер, дрона. Очень важно на съемках иметь с собой портативное зарядное.
устройство. Есть. Una copita. Taco. Muchas gracias. Taco. Taco. Вот видите. А пока батарейки заряжаются, есть чем заняться, друзья. Немножко подождем и дальше пойдем работать. Я поеду первый раз. На этой езжай. На этой? А как же ваш малыш? Его заезд позже. Держи крепко, она строптивая очень. Я тренировался, я знаю как, да. Ого! Опа! Организаторы, конечно же, не против моего участия в показательном заезде. А вот лама, похоже, не в восторге. Как ее поднять? Сам вставай. 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 Ой. Ну что, иго-го, кричит лама. Пошли. Может быть, я слишком тяжел на нее? Кто может одолжить ламу покрепче? Говорят, дайте тому дяде ламу помощнее. Вот-вот, пусть попробует на этой. Это гринго. Это покрупнее, ого. Класс, и украшено. Сначала мне дали ламу черную и упрямую. А теперь предлагают белую и пушистую. В тот момент я думал только о том, как маленьким деткам удается уверенно держаться верхом на ламе. А вот животное, судя по всему, думало только о том, как поскорее меня сбросить. Это помощнее так. Ого! Я упаду, точно. На такое животное явно не подписывалось. Дети, молоко, картошка – это еще полбеды. Но тащить на себе целого 85-килограммового журналиста – это уже перебор. Просто не понимаю, как детям удается держаться верхом на таких непокорных животных. Чего-то сегодня не складывается. Недаром говорят, что коней на переправе не меняют. Похоже, с ламами это правило тоже работает. После строптивой белой ламы мне возвращают первую. Держи. О. О. О, вот так уже лучше. Кое-как договорившись с ламой, чтобы она меня все-таки прокатила, отправляемся на старт. Друзья, каких только гонок не существует в мире. На быках, на буйволах, на свиньях, на страусах, на жирафах, на слонах. Но сейчас вы увидите, пожалуй, самую необычную. Милейшую гонку на ламах. Марш! И вот дети помчались. Класс! Меня все обгоняют. Я последний, похоже. Да. Ой, упала малышка. Бедная упала. Не травмировалась, нет? Все в порядке. Точно? К счастью, все обошлось. Получается, что шутки шутками, но эквадорская защита из понча и одеял каким-то образом работает. Но детки молодцы, просто потрясающие. Это действительно то, что не увидишь больше нигде в мире. Только здесь, в Эквадоре, высоко в Андах, дети так взрослеют, так развлекаются, и у них такие велосипеды. Ну что, символический заезд прошел, спасибо за возможность. Возвращаю транспорт. Ой, запутался. Если вы думаете, что проблемы с управлением ламой только у меня, и здесь меня любой ребенок обставит, то это не так. Детям справляться с этими животными иногда тоже очень непросто. Перед основными заездами проводят конкурс юных дрессировщиков. Задача непростая. Лама должна по команде сесть, а маленький наездник – взобраться верхом и попросить ее красиво подняться. После этого нужно поприветствовать присутствующих. Красиво очень. Еще одна лама. Скажем прямо, с задачей справляются далеко не все. Очень важна дрессировка, как мы и говорили. То есть, если лама идеально слушается ребенка, то очень легко. Раз. Отлично. Смотрите, лама очень красивая, но не слушается. Девчонка так старается, пытается уже силой эту ламу уложить. Не получается. Здесь, пожалуй, самый красивый наездник. Посмотрите. Смотрите, какие чапсы. Вива комбихин. Вива. Девочка сказала вива комбихин. То есть слава городку, в котором это все проходит. Но мое сердце покорила другая девочка. Вива
Украина! Ты сказала «Вива Украина»? Спасибо тебе большое. Очень красивая лама, очень красивая девочка. Объявили здесь по громкоговорителю, что присутствуют журналисты из Украины. И большинство участников выходили и говорили «Слава Камбехин». А эта девушка сказала «Слава Украине». Класс. И вот наступает кульминация сегодняшнего праздника. Скачки. Дети разделились на группы по возрастам. Первая группа – это дети с 4 до 6 лет. И вот самый маленький, привет. Как тебя зовут? Камыты Ямас. Камыты Ямас. Такое возможно только в эквадорских Андах. Малыши, которые еще и говорить толком не научились, уже в седле. И более того, готовы к соревнованиям. Его зовут Кристиан. Ему 3 годика. 3 года и будет участвовать? Да. Так это же, ну, по правилам так нельзя, получается. С 4 лет говорили. А он все равно участвует. Представляете, даже 3-летний участвует. Умничка. Можно поговорить с мамой, как вы в 3 года отпускаете ребенка на гонки? Наши дети с пеленок верхом на ламах. Мне не страшно. Когда он впервые сел в седло? В 2 годика. С 2 лет, представляете? И вы вообще не переживаете? Нет. Фантастика. 3-летний участник. Вот он, малыш. Удачи. Здесь очень много детей, которые впервые испытывают на себе такой вид спорта. Это будет сражение. Готовы? 1, 2, 3, марш! Лидер забега отрывается от остальных буквально с первых метров. И гонка продолжается уже за 2-е и 3-е места. И хоть дети тут совсем маленькие, скорость уже совсем не шуточная. На лицо одного из участников падает шляпа, полностью закрыв обзор. Но малыш даже не думает останавливаться. И на сумасшедшей скорости поправляет шляпу. Последние метры и финиш. Вот победитель первого заезда. Поздравляю тебя. Как зовут? Улиссис. Счастлив? Да. Молодец. Сколько тебе лет? 5. 5 лет. Который раз ты участвовал? 2-й раз. И 1-й раз победил, да? Да. Поздравляю вас. На подходе 2-я группа участников. Начинается забег деток возрастом от 7 до 9 лет. Наблюдаем. 1, 2, 3. Старт. Первый номер снова быстро вырывается вперед. Позади него практически на равных мчат еще 3 всадницы. Но на последних метрах, резко ускорившись, их неожиданно обгоняет девочка из числа отстающих. Но догнать лидера гонки она не успевает. Финиш. Вот он первый! Вот остальные! Вот, друзья, чемпион! Поздравляю тебя! Как тебя зовут? Кристофер Чача. Сколько тебе лет? 7. Поздравляю тебя, увидимся на награждении. А теперь 3-й заезд, детки возрастом от 10 до 12 лет. Здесь участвует Даяна, прошлогодняя победительница, за которую лично я очень болею. А еще за ее старичка Хаймита, с которым мы уже успели подружиться. Она уна! Она здесь! Она здесь! Ламы летят с невероятной скоростью. Я пытаюсь разглядеть вдали розовую шляпу Даяны, но похоже, что от 1-й тройки девочка отстала. Дети падают один за другим. Тут уже борьба не на шутку. Отрыв очень сильный. Скорость большая. Финиш все ближе. Я еще надеюсь на перелом хода гонки. 1-я тройка почти у финиша, но Даяны в ней нет. А вот усердие, с которым лидеры гонки сражаются за победу на последних метрах, вызывает восхищение. Вот он! Очевиден чемпион! Вот он, красавчик! Молодец! Вот! Как зовут? Бриан Минта. А сколько лет тебе? 11. 11 лет. Который раз участвуешь? Несколько раз уже участвовал. А победа первая? Нет. У тебя уже есть кубок? Сколько у тебя первых мест уже было? 5 раз. 5 раз первое место занимал? Это 6-й? Да. Вот, друзья. Я победил, потому что меня всему научил дедушка. О, класс. То есть это все потому, что уроки деда? Да. А где дед? На небесах. Извини. Получается, эту победу ты посвящаешь деду? Да. Как звали твоего деда? Сеферино Минто. Очень трогательная история. Позволь тебе еще раз пожать руку. Низкий поклон твоему деду. Вечная ему память, он молодец. Ты достойный внук, и ты хранишь память о нем. Поздравив победителей, спешу поддержать наших друзей, которым не удалось завоевать призовые места. Главное не победа, а участие. Как тебе 1-й раз? Здорово. Отлично. А выиграю уже, когда мне исполнится 8. Вот этот человек целеустремленный. Сразу поставил себе задачу. А что скажет дедушка? Дедушка-президент, доволен результатом? Да. В следующем году у него будет больше опыта, больше знаний. Он сможет лучше выступать на скачках.
Расстроены? Постараюсь победить в следующий раз. Главное — участие. Не расстраивайся, все хорошо. Ты все равно победитель. У нее ведь была новая лама, совсем молоденькая, не такая смышленая. На ней сложно было победить. Но мы потренируемся и победим в следующем году. А почему вы приняли такое решение? Участвовать в скачках именно на молодой ламе, а не на проверенной? Так вот он, Хаймита. Его выпросил младший брат Даяны, который победил во втором заезде. Вот он первый! Первый! О! Друзья, просто мистическая история. В прошлом году лама по имени Хаймита, самец, занял первое место вместе с Даяной. В этом году верхом на Хаймита ехал другой наездник, Кристофер Чача. И Кристофер Чача получил первое место, завоевал золото. То есть, получается, Хаймита, несмотря на свой почтенный по меркам лам возраст, всегда остается чемпионом. Класс! Поздравляю вас! Желаю вам в следующем году побед. Хаймита пускай тоже побеждает. И вам, ребята, тоже всего только самого-самого доброго. Вы очень классные. Спасибо тебе, Даяна. Хаймита, ты лучший. Живи 100 лет. Настало время церемонии награждения. Победителям скачек Ламингата вручают кубки за первые места. Поздравляю. Но без приза сегодня не уйдет никто. Конкурс очень справедливый. Все 30 участников, все 30 семей получили одинаковые подарки. Это продуктовые наборы. Но мы тоже хотим сделать символический подарок всем участникам от Мира наизнанку. Держи! Поздравляю! Держи! Практичные подарки – это хорошо, но поскольку гонки детские, то и призы должны радовать в первую очередь именно детей. Вива Кумбихин! Вива! Спасибо большое за приглашение на праздник. Ваш фестиваль должен стать знаменитым на весь мир. И сюда должны приезжать туристы со всей планеты. Браво! Друзья, ну я не могу не вручить специальный, неофициальный приз одной участнице. Все видели, как эта девушка сказала: «Вива Украине! Слава Украине!» Хочу тебе подарить памятный сувенир. Украинскую вышиванку. Вот. Чтобы ты знала, как одеваются в стране с людьми, с которой ты подружилась. Хочу спросить тебя, а как тебе такая идея в голову пришла? Мне было приятно, что вы приехали на наш праздник, и захотелось вас поприветствовать. Обязательно приезжайте к нам еще. Мы покидаем это невероятное место, которое останется в моем сердце и моей памяти навсегда. Уникальная земля, где можно ощутить, каково это быть мальчишкой из горного Эквадора, который скачет верхом на ламе. Я встретил людей, которые носят пончо и сомбреро, у которых вечно обгорелые носы и щеки, и при этом они очень позитивные. Место, в которое очень хочется вернуться. Впереди самое интересное. Поехали дальше. Ну! Смотрите в следующей программе. Эквадор, который вы не ожидаете увидеть. Это просто фоки-фоки. Секс. Не больше и не меньше. Мы отправимся в места, куда вход обычно запрещен. Охрана бы уже прибила в другой стране. Где грехи смывают болью. Больно? Да, уже печет. И где не действуют законы. Пойманный вор будет сожжен. А преступникам устраивают самосуд. Он должен расплатиться сполна за преступление. Путешествие, которое перевернет наше с вами представление о справедливости и правосудии.